В день семьи, любви и верности на Фонтанной площади у Дворца культуры «Современник» собрались зареченцы от мала до велика. Праздник объединил все поколения горожан. И хотелось бы, чтобы этот праздник, заложенный в 2008 году, стал на долгие-долгие годы, на века нашим российским праздником. Хотелось пожелать, чтобы в нашем городе как можно больше было семейных пар. Не закрываясь, работал бы наш ЗАГС. Круглосуточно работал перинатальный центр. Как результат любви, уважения и взаимопонимания между супругами. Семья, вера и любовь – это самое главное для любого человека. И это вот то, что позволит и в радости, и в горести всегда все пройти с высоко поднятой головой и, самое главное, с хорошим настроением. На празднике не обошлось и без приятных сюрпризов. Благодарности главы администрации и памятные подарки получили мамы участницы шествия, посвященного празднованию Дня города. В день рождения Заречного новоиспеченные мамочки не испугались дождливой и пасмурной погоды и вместе со своими малышами в колясках приняли участие в празднике. В день семьи, любви и верности каждый по-своему признавался в любви своим близким и родным. Большинство из тех, кто пришел на праздник, не скрывали, что семья для них самое дорогое в жизни. Семья – это прежде всего любовь, взаимопонимание, счастье. В семье, что вот когда дети – это счастье. Любимый муж и дети. Это родные, когда близко там вот. Там семья должна, там мама, папа, бабушка, дедушка. Уют, порядок, дети, внуки, уже правнуки пошли. Концертная программа, подготовленная творческими коллективами ДК «Современника», украсила праздник и добавила хорошего настроения. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».